учеником, сопредставши тебе царица своей в церкви в Лахернсте, и умиленное моление твоя во всем мире слышавше, со удивлением возопиша таковое. Святый Андрей с Епифанием в церкви на воздусе за христиан и Богу молящуюся, познаша, яко Матерь еси вознесшегося на небо, Христа Бога нашего, и припадши на землю, радостно поклоняхуся всеблагому покрову Твоему, зовуще Аллилуйя. Сего ради врази наши и не познают, коль сильна есть молитва Божия Матери. Мы же о Твоем всемощном заступлении добре ведуще, сица к Тебе со умилением зовем.
прибегающих к Твоему всечестному покрову. Едини боточию Тебе, Пресвятей и Пречистей Матери Божией, дадеся, да всякое прошение Твое исполнится. Тем, убо всяк возраст верных, славословит Тя и Сына Твоего, зовущ Аллилуйя. Сердение оскудное, всем концам земли простираешь руку помощи, владычице, болящим исцеление, страждущим ослабу, слепым прозрение и всем вся, пока и гожды потребе подаешь, и благодарне вопиющий. Несокрушимая крепость и ограда. Призывающих имя Твое святое, Сына же Твоему зовущих. Аллилуйя! Твоя ныне моления, Господь Иисус, избранная палата Духа Святаго, тем же и мы грешни, на Твой надеющийся покров, Тебе, яко Божией Матери, глаголати дерзаем. Самысленно, розоренная и
ныне иногда на молика, егда руцы воздвизаше, Израиль одолеваше, егда же руцы не спущаше, тогда Амалик побеждаше, поддержащими же его укреплен, победи врага. Ты же, о Богоматери, воздевши руцы твои на умоление, аще никим же поддержима, всегда побеждаешь и враги христианские, и нам щит еси непобедим, вопиющим Аллилуйя. Молебни руцы к Сыну и Богу простирающую, радостно со архангелы и ангелы, благодарную те песнь воспеша, мы же крепчайшим апаче Моисеевых рук, дланьма Твоима укрепляеми, умильно вопием. Писать и похвальная, взывая с верою, Аллилуйя. Освящающая всех премудростью Бога Сына Твоего и к познанию истины приводящая, зовущих Ти таковая.
прощай, долготерпеливый, все видит Господь. Явите своего человеколюбия, не исследи мою щедрот бездну. Избрать тебе едину в Матерь себе и сотворите людям непреодоленное защищение, дальше-то от них и праведным судом Божьим осуждение достойно явиться твоим обаче державным покровом, сохраняется на покаянии завы. Аллилуйя! Егда причудный амофор в руце я светящийся, паче луч солнечных явися, им же покрываши люди, сущие в церкви в лахерсти, атаковем убознамение милосердого я заступление услышавше, ужасом и радостью одержими си глаголаху. Апостоли прославиша, лик святителей и преподобных, и жен святых сословий восхвалиша, предтеча с богословом поклонишася, люди же сущие в церкви с весельем вопияху. Аллилуйя! Узревте в церкви Матерь свою, стоящую с умилением к Нему молящуюся, рече, проси, Мать моя, за ней не отвращусь я тебе, но исполни вся прошение Твоя,
и благодарственное сице тебе всех печи научу. Яко несокрушимым покровом Твоим, праведных возвеселяешь, грешных заступаешь, бедствующих избавляешь, и молящийся о всех верных, зовущих. Аллилуйя! Восхвалите по достоянию великий всечесного покрова Твоего праздник, вся бо от Тебе от них глаголи моя, не суть довольна к единому исчислению щедрот Твоих. Мы же Твое неисчетное благодеяние видящим с весельем взываем. Yeah.
всевражия. Человека любит Господь, тебе матери свою дарова земным нам в помощь, покров и защиту, да будешь и печальным утешение, скорбящим радование, обидимым заступница, и до всех из глубины греховное воздвигнешь и поющих. Аллилуйя! Непорочная царица, прими всякого человека, молящегося к тебе и призывающего имя мое на помощь, да не отыдет от лика моего тощ и не услышан. Сию всеблагую молитву слышавше в соборе святых, благодарне возопишем. Радуйся, чистых руками и сердцем земли, лице благословенными плодами венчающая. Радуйся, помощи и праведное за воздаяние всем правого Глашаше, откуда мне сие,
да приди мать Господа моего ко мне, святый же Андрей с Епифанием, тепле моляхуся к тебе за воще. Поклоняемся тебе, о нас молящийся, веруем бо и надеемся, яко и спросишь и у Сына твоего и Бога, благая вечная и временная, всем с любовью вопиющим тебе сице. Благословение.
архангел и ангел множество с предтечею богословом, всех святых ликом, сопредсташа тебе царица своей в церкви Влахернстей, и умиленное моление твое во всем мире слышавше, со удивлением возопиша таковая.
Духе Святей, Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии,